Друзья, всем привет, меня зовут Вова, и добро пожаловать на мой канал. Финал Евровидения уже начался, я смотрю его прямо сейчас в прямом эфире на YouTube-канале Евровидения. Не буду долго говорить, смотрим, болеем за Беларусь, поехали. Итак, финал начался, кто будет выступать сейчас? Green Room, нам по... Вау, вот это да! Финал Евровидения 2017, Киев, лайв. Итак, на сцене появляется кто? Пока никто. Представляют участников Израиль. Вау, неплохо. Объявляют участников в том порядке, как они будут выступать. Беларусь. Na'Vi Band. Отлично. Ребята выступают третьими. Добрый вечер, Украина, Европа. Друзья, добро пожаловать! Суперфинал Евровидения! А сейчас нам представляют список стран, которые будут выступать сегодня. 26 стран. Беларусь третья. The grand final of the Eurovision Song Contest 2017. Итак, началось. Так, а сейчас один из фаворитов — Франческо Габбани из Италии, Асиданта Карма. Песню слышу впервые, специально ничего не слушал. У букмекеров он, по-моему, на первом месте, только почему? Сейчас узнаем, послушав песню. Тоже поет на своем родном языке, на итальянском. Зрителям, по-моему, в зале очень даже нравится, только я пока не понимаю, почему. А где обезьяна? Я видел, на репетициях была обезьяна. Фотографии смотрел. Вот обезьяна. Бедный человек в костюме обезьяны. Это сколько он раз он репетировал в этом костюме. Там он, наверное, спрел просто. Великобритания, Люси Джонс, Never Give Up On You. Тоже одна из стран, которая попадает в финал автоматически, как организатор. Ну, об этой песне не говорят как о фаворите, поэтому шансов у нее немного. Что мы видим? Какая-то зеркальная ракушка, внутри которой стоит Люси и отражается. Очень красиво даже. Это уже 18-я страна, то есть 26, еще 8. Очень красиво смотрится отражение, но песня пока мне не очень красиво. Голос сильный. Очень красивая вот эта вот конструкция. Это была Великобритания, Люси Джонс. А сейчас на сцене Левина из Германии с песней Perfect Life, идеальная жизнь. Вот сейчас
вот это вот начало сравните с песней Дэвид Гетта и Сиа Татаниум. Очень похоже. В этом году очень много плагиата. Ну, так говорят, конечно. Есть вещи, которые не плагиат, потому что звучит одинаково. Но на самом деле аккорды другие, либо просто очень похожи. Итак, что мы видим? Пока что ничего особенного, песня так себе. Может, припев понравится больше мне? Об этой песне тоже не говорят, как о фаворите. Шансов у нее немного. В зале очень много немецких фанатов. То есть ее поддерживают, но смысл, если песня... Песня про идеальную жизнь, напоминаю. Что для вас идеальная жизнь? Напишите в комментариях. Ну, такая себе песня. Не думаю, что что-то получит. Итак, а сейчас на сцене группа Оторвальд, хозяева конкурса, Украина, песня Time. Песня в стиле рок, если я помню правильно. На нацотборе, по-моему, у них были вот такие часы большие, электронные. Почему их убрали, неизвестно. Группа сразу находится в невыигрышном положении, потому что очень редко страны, которые победили в прошлом году и где проходит Евровидение, они же побеждали в следующем, то есть 2 года подряд. Ну хорошо, что они в самом конце списка выступающих, их лучше запомнят, могут проголосовать за них. Зал, конечно, их сильно поддерживает, естественно. Как рок-песня, это отличная песня. И такую голову попробуй вытащи на сцену. Именно для этого, наверное, перед выступлением была некая видеовставка. Вау, класс, вот это класс. Голова отдельно, туловище на экране, супер. Итак, 26-я страна в списке участников, это Франция, Альма. Песня бодрая. Знаешь бы еще, чем она поет? Было бы здорово, конечно, но... Париж на фоне. Эльфелева башня. Все? Как быстро прошла песня? 3 минуты. Ladies and gentlemen, please welcome the extraordinary Верка Сердючка. Верка Сердючка, класс. 2 полуфинала ее пиарили, показывали про нее сюжеты. Теперь она на сцене. Класс, Вера просто бомба. Она, по-моему, была в 2007 году. Пела песню «Лаша Тумбай». Верка,
Специальный момент, да, она будет открывать линии для голосования, объявлять. Друзья, я репетировала. She's been rehearsing. Okay. Европа. Голосование началось прямо сейчас. Вера объявила, что линии открыты. Пока идет голосование, выступает Руслана. Только что объявили, что она самая продаваемая певица Украины. Пойдет на украинском. Она победила, по-моему, в... то ли в 2004, то ли в 2005. В 2004, скорее всего, победила, да. С песней «Дикие танцы». Ну, сейчас мы видим что-то похожее, тоже «Дикие танцы». Итак, Руслана спела свою песню. Пока идет голосование, сейчас выступает на сцене Анука и оркестр. Я не прочитал какой. Не рассмотрел, но это не суть, потому что какой-то будет мегамикс. То ли из песен Евровидения, то ли из каких-то известных других. Вот это я слышал. У них костюмы, как у штурмовиков из «Звездных войн». Еще бы шлем надеть на голову, просто не отличишь. Итак, пока идет голосование, на сцене опять Джамала. С новой песней. В первом полуфинале она была в таком непонятном каком-то костюме. Здесь платье. Комбинезон с платьем. Это фан... С флагом Австралии фанат показал только что голый зад на 200 миллионов людей. И вот сразу же... Увели. Джамала молодец, не растерялась. Это было нечто. Я уверен, что завтра во всех новостях будут об этом говорить. Чем запомнится Евровидение 2017? Скандал с Россией, Самойлова не пустили и жопа фаната из Австралии. Все, линии для голосования закрыты. Сейчас будет объявлять результаты голосования членов жюри. Оценки от 1 до 12. Португалия, первые 12 баллов. От Швеции. Беларусь, 12 баллов. Класс. Супер. Первые 12 баллов от Азербайджана и Беларуси. Португалия 12 баллов, вторые. Беларусь 2 балла от Латвии. Португалия 12 баллов. Кому же 12 баллов от Албании? Go to Италия. Франческо Габбани, первые 12 баллов. 2 балла Беларуси дает Мальта. Болгария, Кристиан Костов, первые 12 баллов, я так понимаю. Жюри Дании. Швеции 12 баллов отдает. Беларуси 7 баллов, отлично, отлично. 7 баллов от Австрии для Беларуси. 142 балла у Португалии на данный момент, она на первом месте. Вторая Болгария, Кристиан Костов, и Италия третья. Португалия 12 баллов. Беларусь 3 балла от Молдовы. 12 баллов от Армении. Переходит к кому? Португалия. Беларуси 2 балла от Болгарии. Португал, парабейс, congratulations! And our 12 points
Португалии. Our 12 points go to Portugal. Our 12 points go to Portugal. Беларусь. Алена Ланская. Кому Беларусь отдаст 12 баллов? Точнее, белорусское жюри. Our 12 points go to Bulgaria. Болгария. Bulgaria. 12 баллов от Словении. Португалия. Великобритания. Великобритания дала Беларуси 1 балл. 12 баллов от Украины отправляются в Беларусь. Да. Ура. Итак, жюри уже проголосовало. И пока топ-5 выглядит так. Португалия, Болгария, Швеция, Австралия и Нидерланды. Это только голосование жюри, то есть зрительское голосование пока еще не объявляли. Оно самое важное. 246 баллов получает Молдова. Молдова. Итак, Молдова занимает второе место. Молдова будет третье, это уже 100%. А сейчас либо Болгария, либо Португалия. Итак, какая из стран займет максимальное количество очков среди зрителей Европы? Итак, Португалия либо Болгария. .337 очков получает Болгария. Болгария занимает. Португалия. Это нечто. То есть Италия в пролете от букмекеров, но Португалия на первом месте. Итак, Джамала вручает Сальвадору хрустальный микрофон как победителю этого года. I want to say that we live in a world of disposable music, fast food music without any content, and I think this could be a victory for music with people that make music that actually means something. Music is not fireworks. Music is feeling. So let's try to change this and bring music back, which is really what matters. Thank you very much for such amazing words. Вот таким было Евровидение 2017. Если оно вам понравилось, ставьте большой палец вверх. Если вам понравилось мое видео, также ставьте лайки. Пишите в комментариях, что вы думаете о победителе этого года, что вы думаете вообще о том, что происходило на сцене, о том фанате, который выбежал на сцену к Джамале. Делитесь своими мнениями в комментариях. Большое всем спасибо еще раз. И до встречи!